Катя, привет. Привет. Знаешь ли ты, что мы сейчас будем делать с тобой? По виду это будет салат. По виду это будет готовить. Да, готовить салат мы с тобой сейчас будем. Что мы будем готовить? Ну, какой-нибудь салат. Необычный. Необычный. С экзотическими вкусами. Ну да, тут же очень много вариаций, комбинаций для экзотических вкусов. Катя, прошу тебя. Что тебе нужно? Ну, в первую очередь возьмем эту капусту. Возьмем эту капусту. Слушай, как ты вообще относишься к капусте? Хорошо, я ем ее. Часто. Часто капусту ешь. Считаю это полезно очень. А ты знаешь какие-то мифы про капусту? Нет. А я знаю одно выражение. Знаете, кто придумал есть салат? Лузеры. Это шутка с фильма одного. А из какого? Кровью, потом. А, конечно, конечно. Анаболики. А про капусту знаешь? Говорят, что если есть много капусты, то что будет? Ну, детей там найдешь. Детей найдешь. А еще что? Что-то будет расти, говорят, знаешь? Это очень пошло звучит. Ну, грудь будет расти. Ну, что в этом пошлого? Ну, вот есть такое, из песни слов не выкинешь. Там уже у нас капуста там, так, необычная, перец болгарский. Так, что еще мы добавляем туда? Надо подумать, может, редиски добавить. Не отказывай себе ни в чем. А как мы это назовем? Вы уже думали об этом? Назовем гавайская смесь. Гавайская смесь. Никогда такого не слышал. Очень интересное название. Гавайская смесь. А что, почему не гавайская? Почему не батайская? Ну, потому что как-то больше похоже на именно гавайские острова, такое все зеленое. А мне больше батайская напоминает. Там немножко сыра. Почему как, бы как нет? Как же без сыра? Я ждал этого момента. Я смотрел, ну какая же гавайская смесь без сыра. Так, ну, хорошо. Помидор. Помидор. Просто. Помидоры. Потому что очень ярко выглядит. Очень ярко выглядит. Вы по этому принципу добавляете, да, ингредиенты. Так, а у вас есть фирменное блюдо? Я просто у всех спрашиваю, вас еще не спросил. Да, я... Мне нравится готовить пасту с грибным соусом. Весьма изысканно. А еще могу пасту с тыквой. Тоже экзотично. А что еще мы сюда добавим? Ну, может, мясо? Без мяса никуда. Мы ж не вегетарианцы. Мы готовы? Или еще что-то добавим? Может, соуса какого-нибудь. Как будто бы, да. Так, что мы взяли? Какой-то черный. Черный соус. Вы часто готовите? Ну, иногда приходится. Приходится здесь ключевое, да? Прошу вас. Попробуйте первый, потом, как проживете, попробую я. Скорость 4. Оригинальность 4. Салат 4. Угу. 3/4 от меня. Слушайте, давайте по-честному. Скорость этого приготовления этого салата была скрашена интересной беседой. Поэтому я ставлю 5. Вкус. Черный соус несколько добавил интересных ноток, поэтому по вкусу я бы поставил твердую 3. По оригинальности, извините, пожалуйста, но это заслуженная 5. Спасибо большое, Катерина. Вот и завершился кулинарный этап. Мы попробовали все салаты от наших участниц. И мы готовы объявить результаты. Но прежде, Светлана, пару вопросов к вам. Скажите, пожалуйста, как вам наши участницы? Возьмете ли вы кого-то себе в команду? Ну, девочки на самом деле готовили все разные салаты по-разному. Не взяла бы в команду. Очень дипломатично вы сейчас это сказали. Угу. Но сделала бы вывод по всем приготовленным салатам. Бонусный бы балл добавила бы девочке Оле, так как у нее был на самом деле оригинальный салат и очень вкусный. Ольга, вы победили в кулинарной битве. Мы вас поздравляем, если вы это смотрите. Но вы же смотрите. Мы говорим вам спасибо. Спасибо ресторану «Делив». Увидимся в следующем этапе. До скорых встреч.